хороші, як завжди, ми вам розказуємо всілякі цікавинки стосовно того, як бути кращою, виглядати краще і почувати себе краще. І цього разу ми з Катюшою Янтарною, привіт! Привіт! Будемо вам розказувати про всілякі цікавинки, всілякі модні штучки стосовно зовнішнього вигляду, стосовно трендів в одягу. Отож, про що поговоримо сьогодні? Сьогодні ми будемо говорити про тенденцію спорт. Это вот тенденция пришла нам из 90-х. То есть сейчас мы можем заметить обилие всевозможных спортивных вещей в магазинах. Это могут быть как спортивные костюмы, которые можно носить в повседневной жизни, либо, например, брюки спортивные с лампасами, тоже сочетание спорта и классики. И всевозможные худи тоже, которые комбинируются с кружевом. Они могут быть в велюре, в бархате. То есть вот такие интересные миксы. Это стиль 90-х. Оттуда пришел, и их модно сочетать тоже с такими нетривиальными вещами, даже вплоть до того, чтобы с каблуками сочетать. То есть сегодня у нас будет интересный костюм, он такой, скажем так, неоднозначный, потому что, ну вы все сами увидите, потом расскажем об этом. Так, тобто на спідниці вузькій з кросівками спортивний стиль не закінчується, так? Нет, спортивный стиль перекочевал, элементы спортивного стиля, они перекочевали на какие-то вещи классического кроя, например. Я зрозуміла, з чим спортивні речі краще не, ну, не комбінувати? От з чим там ті ж самі кросівки краще не носити? Даже не знаю, вот не приходит ничего в голову, каких-то таких носят сейчас вплоть до пышных юбок, юбок с ватином, всевозможные сочетания могут быть интересны. Главное просто вот эти спортивные вещи, элементы уравновешивать какими-то другими спортивными аксессуарами, чтобы это не было вот одна вещь, непонятно к чему она. То есть она должна привязываться либо к сережкам, либо, возможно, к бомберу, это курточки спортивные. Они могут быть с вышивкой, с кружевом, но все равно это элемент спорта. То есть, например, платье классическое, спортивный бомбер, кроссовки. Тогда это платье перекликается, то есть весь есть какая-то гармония образа. Аксессуары. Какие аксессуары могут быть в образе спортивного стиля? Спортивные аксессуары – это могут быть элементы, например, геометрии. Всевозможные бусы, серьги, они будут вот такой вот четкой геометрии, не будут никаких, не будет здесь цветочков. Могут быть, например, шапочки. Тоже такой классный элемент, можно попробовать. Что еще? Ну, я зрозуміла. Тобто, без страз, без якихось там, я не знаю, рюш, напевно, так? Конечно, да. Все, элемент спорта – это яркие цвета, это лаконичность, это ткани, например, полиэстер, тянущиеся ткани. То есть то, что мы носим для спортивной одежды, но оно должно быть в гардеробе повседневном. А як вдягтись так, щоб не подумали, що там зі спортивного залу тільки вийшла і… Ну вот это тот момент, когда оно должно перекликаться все в образе, да, то есть либо сумочка с кроссовками должны обыгрывать вот это платье классическое или вязаное платье, трикотажное платье сейчас в моде. То есть когда есть аксессуары перекликаются, есть вот эта гармония, тогда понятно, что вы строили каким-то образом лук, то есть вы его продумывали. Ну що ж, я пропоную все-таки тепер уже подивитись на модель, на нашу Юлечку, так? Як завжди, вона прекрасна і мовчазна, а Катя прокоментує, власне, увесь образ, правда? Так, да, давай. Feel it coming back. Watch it turn black.
Итак, сегодняшний наш лук из магазина «Эклад». Как вы видите, это лук в стиле casual. Casual переводится повседневный, ежедневный. То есть это то, что мы носим каждый день. Это должно быть удобно в первую очередь. Он построен на основе спортивного стиля, как я говорила уже. Это тренд этого сезона. Значит, что здесь интересно? Я выбрала этот костюмчик, потому что он имеет такое неординарное сочетание. То есть это сочетание спорта. Мы видим это в его фасоне и в трикотаже, из которого он шит. Но здесь присутствует тонкая полоска. Это такая костюмная ткань, это элемент делового либо классического стиля. Вот, поэтому он такой неординарный. Его точно так же можно носить с обувью на каблуке, но она, конечно, должна быть тоже немного в спортивном стиле, какие-то спортивные элементы иметь. Я ее сочетаю с кроссовками в нашем луке. Как бы более такой удобный получается вид. И красные акценты расставлены, так как лук достаточно такой монохромный, да, здесь оттенки серого и черного присутствуют, то есть разбавили красными акцентами. Юль, тебе удобно? Мне отлично. Спасибо всем за внимание. Мы с вами увидимся в следующий раз.